Ты ус продал? Так у меня у самого усы. Нет, усы, а не усы. Один. Вчера, ребята, хочу вам такой добрый вчинок с моей стороны. Ой, ну это что ж тебе трясе, так, а? Вчера приехал мужчинка, покупал фортепиано, я продал переносной. Ай, ёпта, ой, 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 твою ж налево. Вот, и разговорились, а он с АТО, ни разу не ранен, такой дядька, ну классный. В общем, я ему 500 гривен отдал, говорю, это вам, говорю, чтобы вы долго жили, чтобы вот вам скидка. Так было мне приятно. Ну это я к чему? Не ради хвастовства, что вот какой-то молодец. Нет, хотя... Молодец. Но мне так было приятно. И мужчина рассказывал, говорит, я говорю, ну вы хоть там не зацепило? Говорит, нет, я с 14-го, он их Харьковскую область освобождал. Кстати, на Бэхе приехал, на серебристо, вот это как у тебя, такая неуклюжая немножко. Не знаю, у меня боже БМВ нет. Будет, еще лучше будет. Вот. Вчера звонил парень мне по объявлению. И люди все время говорят, я случайно нашел ваш номер. Ребята, случайно не бывает. Реклама идет ежедневно, Господи, прости. Сейчас, подожди. А как же рубрика от подписчика? Там рубрики капец. Так, у нас тут уступи. Знаю. Знаю? Я помню 5 раз. Я знаю. Купил, смотри, Володя. За что я рассказывал? А, и звонит подписчик. Я случайно, ребята, это не случайно, это закономерно. Потому что человек ежедневно работает над продажами. Должны лежать и спать, и видеть твой номер телефона, да? Да, обязаны. А я еще сегодня думаю, пойду на барахолочку. Погодка сегодня хорошая. Завтра дожди передай. А, да? Передаю, да, на 3 дня. Людей уже уйма. Ну, понятно. Потеплело. Все же хотят заработать какую-то копейку. Вчера перышки продал, задаток дали золотые. Что у тебя по продажам? Ориенты. Ориенты. Какие? Кинск. За 3300 ушли. За 3300. И утром прибор продал. Ты помнишь, мы покупали в Сереге за 100 гривен, короче, это такое. Как манометр. Ну, не важно. Ребята, что вы думаете? Вчера на OLX опять новая тема. Удаляют портсигары. Да. Удаляют мундштуки, кальяны. Ну, в общем, творится такое безладье, что просто шок. Портсигары. Я ж сигары, я ж сигареты не продаю. Ну да. Табачные изделия. Портсигар. Да. Вот у меня у Сани удалили, потом разместил. Я удалил. Надо теперь дурить их тогда. Название другое писать. И люди ж опять пишут. Вот OLX. Осторожно. Вот OLX, а вот OLX. Ребята, да никто ж не уменьшает их хорошую продажную сетку. Мы говорим за другое. Вы услышите. За когда у вас 1000 предметов и вы выставляете, это не один десяток тысяч гривен. Я же тебя посчитал? Да, это вообще. Сколько в месяц? Я сам офигел. 10 тысяч гривен, вот Саня посчитал. 10 тысяч ежемесячно на объявление. Обновление. Да. Ну, представьте, 10 тысяч. Мы имеем право требовать респект. Так она же не подается, просто обновляется. Да, оно обновляется. Это же не то, что ты вложил 10 тысяч и вынул оттуда 30. А ты вложил 10 и сидишь, кукуешь. Да, я же офигел, конечно, чуть-чуть. А потом ездят, дай, займи, подари. Ой, я понял. Ой. Подписчики, давайте сбросимся с Ани на нормальный автомобиль какой-нибудь. Например, там... Кю-кю. Ну, чтоб побыстрее она сгнила, блин. Так мы уже гнилую купим уже. Давайте гнилую копейку ему купим. Азербайджанскую белую.
Че ты орешь, Саня? Вот так уши с утра заложенные, блин. Ты видишь? Ладно, сейчас потом. Друзья, смотрите, какой танчик редкий. За 200 гривен. Такой заводной. Минимум двушечка. Класс. Так, Соник, друзья. Оригинал. Паркер. Коробочка какая, да? А, чисто коробка. Да. В общем, ничего. Все фуфло, которое есть на барахолке. Ну, блядь, Саня, я тебе такую за 200 могу продать. Давайте, я тебе за 200 продам. Хочешь? Не, я говорю, тебе могу. За логарифметическую. Новое. Я говорю, я тебе могу новую. Я тоже могу продать. Не, я тебе хочу продать. Машинку могу тебе такую продать. Что ты трахомудия это? Ну что ты покупаешь? Вот, будем открывать. Вот это я взял тему. Ты что, гонишь? Ты серьезно? Да. Едрить. Ох, твою мать. За 30 гривен будем какой-то прикол или подарок. Охренеть. Ну, я думаю, что это надо... Ну, вот это вообще... Тема, да? Это реально... Это вообще... Это трэш. Ну, я думаю, что мы рыгать будем. Откроем дома у тебя. Да не, ну его, ты что? Вот я взял, короче. Это надо... Бабушка говорит, а это же для собачек, говорит, нарисовано. Я говорю, а вы дома не открывали? Охренеть. Говорит, дома не открывали? Говорит, да нет, не пробовал, собачка просто сдохла. Боже, какой ужас, ты что? Ты представляешь, в машине рванет. Оригинальные. Слышишь? На ухе. Ты представляешь, если в машине рванет? Нет. Какашка это. Нет, ты что? Картриджи. А что еще? Айкосы, да? Ну, айкосы такой. Колонки. Короче, все фуфло. Все фуфло, что есть на базаре, да? Да. Угу. Ребята, купил, смотрите, какая красота. Вот такой. Такой подсвечник. Вот такой и вот такой. А ты же не видишь, что прибор. Сейчас есть прибор. А, прибор давай. Ну это прибор. Картриджи еще. Морские часы. До морских. Часов, да. О, такой я не бачив, що вон. Старая, бля. 70. Да. Текстолитовый. А що, я вообще не знаю, що это таке. Для корабельних часов. А, маяк, наверное. Не, не маяк, не.